Всем привет, друзья! С вами Богдан, и я решил сделать еще одно видео. Последнее делал в прошлую пятницу, и решил сегодня сделать еще одно, в котором я покажу вам, как сделать детскую площадку, поскольку я пересмотрел много видео в YouTube об интерьере, разные механизмы, и наиболее мне понравилась вот такая идея. Значит, вот эта детская площадка. Здесь у нас карусели разные, которые очень легко делать. Как видим, это все вы можете посмотреть в YouTube. То есть, можно посмотреть где угодно, как делать эти карусели, поскольку сейчас эта тема не настолько, может, популярная, но мне нравится, например. Еще одна такая карусель, качели или как это. Здесь я сделал из лестницы, всем известный как диван, но это может быть лавочка какая-то. Это урна для мусора. Или, по крайней мере, что-то вот типа этой лестницы, по которой дети лазят, любят лазить. Ну, в общем, вы знаете, наверное, о чем я говорю. Это уже карусель, такая качель побольше. И я еще сделаю вот такую трубу, по которой как будто можно спускаться. Но это, конечно, все выдумано. То есть это все будет только для красоты. На самом деле, как мы знаем, здесь нельзя будет покататься или еще что как-то. Но главное, чтобы смотрелось красиво. Еще одна такая лестница. И вот, эту карусель уже я придумал сам. То есть на ней можно так вот себе крутиться. Наверное, вы знаете, что это за карусель. Ну, это такой лесной столик. Я эту идею взял в одного из пользователей. Очень интересно получилось. И, в принципе, хоть даже эта тема не настолько популярна сейчас. Ну, по-моему, неплохая такая площадка. Или как это даже назвать. Я ее разместил здесь, честно говоря, прямо на воде. В принципе, не хотел долго это все землей там закапывать или как это. Ну, в общем, не важно. Если вы хотите сделать такую карусель, поскольку такое еще никто не выдумал, поскольку ее выдумал я, то давайте я вам покажу, как ее делать. К сожалению, у нас уже вечер. Здесь, по крайней мере. Очистим территорию. Так, значит, все, что нам понадобится, это забор, лестница, таблички эти. И что ж, и блоки, то есть доски любые, желательно дубовые. Как вы заметили, это текстурпак. Ссылка на него есть в описании. Здесь сделаем вот так в виде крестика. А здесь ставим дубовые доски. Вот так. После чего вот так. Так. И вот так. И получается. Ну, здесь ставим эти надписи, или как они называются. А еще, чтобы немного как-то выражалось, можно сделать вот так. Здесь поставить, вот здесь поставить блок. И еще можно даже сделать вот так, как-то, чтобы было интересно. Разные картины. Очень даже неплохо получается. О, это походу ночь, что ли. Ну, вот так получается красиво. В принципе, остальное все, если вы не знаете, как сделать, это все можно найти в видео других пользователей. И, в принципе, я сделал вот такое кратенькое видео сегодня в пятницу. Ну, и что ж, тогда, наверное, это все. Следующее видео будет об интерьере дома. Я буду обустраивать свой дом, интерьер. Оно будет ровно через неделю. С вами был Богдан. Подписывайтесь на мой канал, поскольку у меня есть один подписчик, и я буду рад, если вы также подпишетесь.
оставляйте с вами и комментарии, и также ставьте пальцы вверх обязательно. Ну что ж, в принципе, это все. Всем пока.